системообразующего предприятия началась в 1962-м, когда Видном был введен в эксплуатацию Московский гипсовый завод. На год позже его преобразовали в комбинат гипсовых и железобетонных изделий «Гипсобетон». Это и стало началом долгого и успешного пути завода, который сегодня занимает лидирующие позиции на рынке строительства. Наше предприятие в Ленинском районе достаточно крупное и имеет свою специфику по производству не только в районе, но и в области. Оно занимает немаленькую долю в промышленности района. В этом году гипсобетон отмечает 60-летие. Праздничное мероприятие по случаю Дня образования провели во Дворце культуры города Видное, где собрались все сотрудники завода, которые в эти часы не задействованы в работе, ведь производство это непрерывное. Поздравил заводчан с юбилеем первый заместитель главы Ленинского городского округа Альберт Гравин. Сегодня около 200 человек трудятся на предприятии. Они обеспечены достаточно высокой заработной платой, которая свыше 80 тысяч рублей. Из них порядка 70 человек, что очень важно для нас, это жители нашего города Видное и Ленинского городского округа. Я хотел бы поблагодарить ваше руководство и вас непосредственно за последние годы очень активное участие в жизнедеятельности нашего муниципалитета. Лучших сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами. Работники гипсобетона признаются, предприятие для многих стало вторым домом. Трудиться здесь – большая честь. Хороший коллектив, ответственное руководство. Мне нравится работать на гипсобетоне. Я желаю им дальнейшего процветания. Приятно то, что руководство уделяет внимание, что на работе, стараться продолжать усовершенствовать работу завода, что в моих силах и руководства. Концертная программа продолжилась выступлениями артистов. Праздничное настроение создавали песни и танцевальные коллективы. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.